Итак, небольшой обзор нашей дачки. Сегодня 26 июля. Очень добренькое вам утро. Вот хочу показать, что мы тут нарастили. Наросло. Это наш прудик зарос полностью. Такая красота. Цветы, правда, еще не раскрылись, они в тенечке. Это потом будет днем. Вот эта вот травка у нас сиртыша мы выкопали. Она у нас отлично перезимовала, просто на улице. Я ее перевернула, горшки, и она у нас вот такие у нас тут вазончики. Название мне говорили, я забыла, простите, память, что-то с памятью моей стало. Вот наши ангелочки в своем садочке, там о чем-то разговаривают, что-то там делятся новостями, наверное, какими-то. Так, ну тут у нас это, как ее, раковина тут, мы показывали уже, наверное. Ну, хочется еще раз показать. Вот тут наша кастрюлька, там еду сварила вчера для курей. Вот наш домик. Мы патриоты своей родины. Большие патриоты. Вот наш домик. Небольшой, но очень уютный. Балкончик. Там комнатка еще наверху. Вот. Тут вот такой вот лучок у нас. Тень. Солнышко у нас сегодня. Погода хорошая. Вот лучок. Это остельба. У меня розовая. Хоста зацвела. Вон какая. Куст. Я его делила как-то. Там у меня еще есть. Вот. Вот еще хосточка у меня какая. Такая. Комары. Собаки едят. Такая вот она. Пестренькая. Кустик вот так плохо. Что-то он у меня. Я уж думаю, может его в тень посадить. Я его и туда раза три пересаживаю. Ну, нынче вот такой побольше вроде стал. Это вот лилии желтенькие наши. Это хризантемка. Ну, еще не знаю, каким цветом мне соседка давала. Вот она очень, говорит, даже может не зацвести. Я ее достала из погреба, она мне осенью дала. Посадил под колпак. Вот она у меня была под колпаком. Хризантемки мои. Ой, хризантемки будут. Вот, простите, ну выбивает просто. Вот знаю, помню название. А потом, как начинаю снимать, все вылетает из башки. Господи. Прямо аж иногда бесит. Купальницы. Мои купальницы расцвели. Это вот такие вот цветочки. Тоже название забыла. Так, а это у меня. Я их называю петушки. Вот такие вот петушочки. Вот разные. Вот такой. Вот такой. Примула тут у меня растет. Вот купила остельбу красную, брала. Ну, это что-то темно-красное. Это что-то непонятно какая-то. Такая же, как у меня есть. Ну, посмотрим. Так, что еще показать? Тут вот у нас, это я сушу свой смокер-гриль. Так, тут у нас что? Тут вот мы выкопали свои эти, посадили сюда. Вот такую клумбу сделали, они у нас позасохли. Вот. Тут у нас вот такой вот садик. Вот я смотрю, у меня тут везде вылазит этот папоротник. Он везде. А у меня там рододендрон. Вот думаю выкопать его. Но это потом осенью пересадить. Потому что он тут у меня
порушит все мои цветочки. Я очень мне нравится, но он агрессивный. А меня не предупредили. Он как? Повылазил? Ух! Когда я покупала. Так, что еще могу показать? Сейчас я покажу мельком баню. Мы тут уже иду по тропинкам. Это мои лилии. Петушок заливается. Лилии мои вот тут вот такие. Вот. Такие лилии у нас еще мало распустились. Они вообще утончики. Это как вот киви такие. Тоже. Тьфу, ты за название. Хоть с бумажкой ходи, записывай и сходи с бумажкой. Все слово. Вот наши. Это вот наш предбанничек, вагонка, все это отделали. Тут не стали блокхаусом, потому что я считаю, что потолочек все сделал по-новому. Еще сверху плинтуса прибьет. Вот. Вот. Это у нас тут машинка, стиральный автомат. Он подсоединил, все вывел на улицу. У нас раньше было, что вода шла под... Там у нас забетонировано под полом все. Труба лежит, чтобы вода отходила. Но вода горячая, все это испарение. И я так думаю, что это прогнило у нас конкретно. Это как я... А, света еще нет, господи. Не сделал еще. Ну, это вот он сделал люк тут. Правда, темновато тут. Люк вот, лючок сейчас покажу. Это чтобы вот открываешь, и можно было там промыть. Было столько грязи за эти года, что это вообще. Вот. Вот тут будем плитку клеить. Ну вот, сейчас как-нибудь покажу. Вот здесь у нас блокхаус везде наклеенный. Вот. Набитый. Вот. Блокхаус тут. Полок он сделал. Вот тут вот полочка тут. Все аккуратно. Он вообще делает все аккуратно. Медленно, но очень аккуратно. Прям вот. Молодец, молодец. Тут плафон уже вчера повесил. Вот. Тут у нас вот печка. Камни были в эту сторону развернуты. Мы их развернули в эту, туда к стене. На это... полку сюда, потому что темно не видно. Ладно. Потому что как паром даст, а кто тут сидит рядом? Ух, мы вот сидим с ним тут. Он поддаст и приходится с ногами на полок залазить. Тут вот развязка вся у нас. Все тут, значит. Все. Вот. Полы все новое. Короче, баню переделали полностью. Плитку пока не наклеили. Ну, наклеить придется попозже. Тут маленько у нас. Будем клеить попозже. Вот. Тут у нас картошечки немножко посажены. Там вот огурчики. Наши куры. Я их зову куры-жмуры. Вот они какие у нас курочки. Дала кабачок один созрел. Первый. Думаю, а, дам курям, пусть радуются. Ну и вот. И... Да, что, мои хорошие? Что вы тут куда? Куда дели кабачок? Вместе с кожурой сожрали, слопали. Даже ничего не оставили, ну, я офигею. Арбуз объедают, корка остается. А тут не свисти. Денег не будет водиться, не свисти. Так, что еще хотела показать? Вот тут мы с ним попробовали нынче посадить земляной орех. Вот он. Но пока не цветет. Не знаю, что с ним будет. Фундук. Не фундук, фундук там. Это земляной орех, как он. Вот такой. И тут всадил очень много. Получилось, что-то взошло мало. Так, что еще? Тут черная смородина. Сейчас я вам покажу черную смородину. Вот такая. Вот, очень крупная. Сейчас, где она у меня? Вот она. Ну вот, вот такая вот смородина. Вот.
сейчас съем. Вкусная смородина, крупная, хорошая. Тут морковка. Это вот с Китая выписывали лук. Что за лук? Бог его знает. Но пока, ух, мощный. Эти перья. Тут тоже лук у нас. Везде. Две грядки посадила дочери. Ну, не знаю. Вот. Такой у нас лучок. Тут у нас петрушечка. Никто не ест, правда. Я не любитель, она жестко. Ну, муж тоже как-то не очень. Ну, посадила. Вдруг понадобится, да? Так, что я хотела показать. Тут у нас вот дыньки. Посадила первый раз. Ну, не знаю, что получится. Пока не смотрела, есть там дыньки, нет. А арбузы вчера вот привела в порядок. Вот, извините, тут тень, потому что солнышко с утра. Вот. Сейчас покажу арбузик. Вот он какой. Уже арбузик у нас. Вот такой арбузик. И там очень много мелких. Вон они. Положила на эти, как их. Ну, клеенка была старая, я ее разодрала, чтобы не на земле лежали. Вот они такие. Где эти подстилочки, там везде у нас арбузики будут. Вот, везде арбузики. Ну, думаю, посмотрим, как. Вот у нас тут бахча, как я называю. Ой, господи, да боже мой, как же. Вот яблонька тут у нас, малина очень. Это у нас ранняя малина. Это у нас ранняя малина. Тоже много ее вот тут вот. Вон ее сколько. Малинка. Вот она. Рядочек небольшой, но достаточно. Поесть хватит. Дети разбежались, внуки за ними. Вот, хочу показать перчик у меня нарос. Вот такой перчик. Вот такой перчик. Вот перчик. Очень его много буду в пятницу или в выходные снимать, срывать его. У него сколько тут. Пока ждем, ждем, ждем. Пока они. Вот, помидорки тут и растут. Ну, ничего, не стала много садить. Так, теплица посадил для себя. Девать некуда. Куда их? А нам с мужем покушать и посолить две баночки хватит. Выходим тут, как обычно, на розарий. Розы не все отошли. Обидно, очень обидно. Ну, что сделаешь? Без потерь у нас никак не получается. Вот у нас лилии. Наши красавицы лилии. Крапчатые я показывала уже, мне так нравится. Да мне все нравятся цветы вообще. Где их тут, да? Так, сад. Такой весь в цветах. Тут как будто прям так получилось, как будто подбирала прям. А просто воткнула, вот они все желтые получились. Даже вообще я не задумывалась. Вот липы тут у нас уже растет. Тут желтенький. Вот какие-то желтенькие. Я их хочу отдельно посадить, они короткие. Это вот такие белые. Тоже отметила этим тряпочками. Но походу вот они тоже у меня белые. Тут какие-то в середине тряпочки. Сколько лилий, просто не хочу как это пересадить, не пересадить, а перебрать, выкопать это самое, мелочь отделить, а крупненькие опять посадить. Вот такие вот, вот они такие девицы красавицы нарядились, сад нарядили. Вот такие у нас красные, сейчас встану, чтобы. Ну, красно-розовые. Это наши розовые. Пчелки жужжат, радуются. Радуются жизни, погоде. Работают, мед собирают.
такая у меня плантация лилий. Вот там в углу посадила тоже этот, как его, папоротник. Ну, думаю, там у меня очень хорошие пионы, два куста. Думаю, он же везде лезет. Надо будет пересадить его. Буду пересаживать. Это вот у нас эустома. Эустомка, она скоро уже будет зацветать. Вот эустомка, цветочки. Садила их 8 февраля. И вот уже скоро-скоро вот распустятся. Вот уже бутончики набрали. Думала, они говорят, очень трудно. Конечно, хлопот с ними много. Вот тут цветная капуста, первый рядочек. Так, вот вазу хочу показать, петуньки показать вазу. Вот такая у нас. Надо отломать их. Красота. Лишние, которые свисают. А может, пусть до земли. Это роза наша. Такая. Кустик нынче в этом году хороший. Хороший. Так, это вот. Вот сейчас покажу цветную капустку уже. Качанчик. Вот он. Вот он такие зарозненькие. Только никто его не ест. Зачем сажу, тоже непонятно. Вот это цветная. Ой, это белокочанная капуста. Три рядочка. Так, тут у нас что? Свеколка. Крыжовник. Крыжовник. Крыжовника каждый год фу-фу-фу, как бы не сглазить. Для хороших людей, у которых глаз хороший, просто. Вот его просто не знаю, куда девать. Продавать не продаю. Есть его некому. Все кусты усыпаны. Ничего, аж согнулись. Просто согнулись под тяжестью ягод. Ой, куда его девать, не знаю. Короче, вот так. Это вот раннеспелая капуста. Посадила. Скоро уже качанчики завязались. Тут вот у меня тоже лилии. Это не лилии. Конечно, красиво. Все красиво. Все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Это розы мои. Прудик наш. Дача, наша дача. Тут хризантемки тоже. Китайский это, как колючка. Садила много, вылезла одна. Вот флоксы нынче покупала, сейчас покажу поближе. Это наши ботички. Флоксы вот. Я их высадила, да, показывала, они как под, в дома я, морозы были, заморозки. Подмерзли, сейчас ничего вроде. Вот тут красный должен быть, белый. А что это, ну какой-то уж тут красный вылазит. Три разных покупала, а вроде два одинаковых. Вот собаки обманули, опять обманули. Ну посмотрим. Это у нас эти, как их, гладиолусы. Короче, вот так вот. Это наши постройки. Тут вот у нас сарайчик. Муж сам сделал все своими руками. Вот просто до гвоздик. О! Привет, всем привет! Всем привет! Наша комната уединения. Ходит в труселях. Маленький, а важный. Вообще. Банька тут наша вот. Так вот. В общем, все цветет, пахнет, благоухает. Наши лилии вот уже как разрослись. Чудо из чудес такие. Ну, вообще. Вот она, красота. Отцветают некоторые цветочки. Ну вот посмотрите, какая оригинальная, да? Все цветы хороши по-своему. Вот она какая наша красота. Ну, как розочка прямо. Вообще, она какая.
такая чудесная. Тьфу, на нее. Тьфу, еще раз. Так, тут у нас Виктория. Нам вот соседи дали вот эту вот полоску. Очень крупная, хорошая. Но вот сейчас она у нас разрастается. На следующий год, думаю, будет много ее, много-много. Так, что еще показать? Виноградик. Виноградик, виноградик. Вот посадил тоже, покупали розы, эти лилии какие-то новые. Вот распускаются только-только. Посмотрим, какие они будут. Ну, сравним, там мне картинка осталась. Вот я их посадила специально отдельно, чтобы посмотреть, точно совпадает или не точно. Это груши новые, мухи. Вот дала 3 грушки. Нынче попробуем, какая она. Так, Володя, а как вот эти вот мои кустарники? Забыла, выбила из башки. Вот эти вот гортензии, боже мой. Вот я говорю, доктор, у меня, говорит, провалы. Какие? И давно, говорит, что давно? Провалы. Какие, доктор, провалы? Вот и у меня точно так же. Так, виноградик. Сейчас покажу вам виноградик. Виноградик, виноградик. Где тут виноградик? Вот он, виноградик. Вот виноградик. Там виноградов. Кисть, сердели, кумушки, глаза и зубы разгорелись. Так, где у нас тут? Вон. Под листочками не видно. Так, что еще показать? Вот хочу еще показать наш рододендрон, который мы купили. Он тронулся в рост. Все хорошо. Вот, новые эти дал. Тут вот новый дал. Значит, он прижился. Должен быть красный, как мы его покупали. Ну, еще бы он был не красный. 1000 рублей отдали за него. Язву его. Ну, хочется, чтобы было все. Вот такие кусты. Гортензии. Забыла, вот забыл. Просто вот хоть бери бумажку, ходи с бумажкой, все записывай. Ай, ну ладно, вы меня простите, конечно. Вот такое деревце, я тоже не помню. Лариса Николаевна говорила, как он. А я вот постоянно его подстригаю, вот он мне такой нравится тут. Хотела его убрать, муж говорит, не надо, пусть будет. Ну пусть будет, пусть будет. Он мне не мешает. Так, тут наши велосипедики. Спрятались. Ой, это мы его вот, от дождя их спрятали. Вот так. Тут у нас тоже лилии. У нас вот лилии тоже. Тоже красненькие такие вот такие. Тут у нас тоже виноградик. Это новый. Вот, только начал расти. Это вот у нас тут синий виноградик. Сейчас покажу, там вот он у нас виноградник.